Согласно документу, семьи мобилизованных предоставят бесплатное горячее питание школьникам 5-11 классов и студентам-очникам, компенсацию затрат на оплату обучения и проезда в междугороднем транспорте студентам очной формы, предоставление иногородним общежития. Бесплатный отдых и оздоровление детей в организациях правительства Кузбасса, услуги надомного соцобслуживания семьям, где на попечении есть инвалиды и пожилые родственники, внеочередную запись детей в сады, группы продления дня, секции при образовательных учреждениях, профессиональное обучение супруг и детей, содействие в поиске работы.